Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главная тема выпуска. Медведь обоснуется в Самаре. С этого года самый быстрый в мире турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец будут модернизировать только на Виакоре. Мело-мело по всей Самаре. Метель на выходных спровоцировала крупное ДТП. Идет охота на браконьеров, идет охота. Наш корреспондент вместе с силовиками на вертолете отправилась в рейд. Медведи возвращаются в Самару. Эксклюзивное право на модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 получил Самарский авиационный завод. Уникальные ракетоносцы сделают еще совершеннее. Этот проект должен стать ведущим для предприятия. Подробности оборонного госзаказа узнала Марина Кравцова. Уникальный по множеству параметров дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС прочно обосновался в Самаре, родном для него городе. Именно из цехов Куйбышевского авиационного завода и вылетали крылатые медведи. Ту-95 «Медведь» – самый быстрый турбовинтовой стратегический бомбардировщик в мире. Самолету принадлежит масса рекордов, в том числе по длительности нахождения в воздухе – 42 часа. И на Самарском заводе этих уникальных рекордсменов делают еще лучше. Здесь проводят работы по повышению ресурсных показателей и надежности, а также улучшению боевой эффективности самолетов. И с этого года модернизировать «Медведей» будут только в Самаре. Сколько именно бомбардировщиков предстоит доработать, держат в секрете. Но в ближайшее время проект по Ту-95 полностью должен компенсировать приостановленный проект по Ан-140. Сейчас модернизация боевых машин – это около трети всей загрузки авиакора. К 2018 году планируют выйти на 60%. Самарское предприятие отстояло эксклюзивное право на эту работу. Мы являемся держателями конструкторской документации. У нас здесь есть филиал КБ «Туполев». Ну и плюс наши показатели по модернизации этого самолета обратили внимание основного заказчика Министерства обороны, который определил нашу площадку как одну из ведущих. Для оборонного ведомства в Самаре продолжат готовить и Ту-154. В этом году капитальный ремонт пройдут 4 самолета. 3 уже на заводе, еще один прибудет в ближайшее время. Этот ремонт тоже особенный, с дополнительными работами по улучшению пилотажно-навигационных свойств. В машины внедряют новейшие разработки конструкторов. А вот гражданские заказы пока составляют лишь малую толику загрузки предприятия. На 10-15 военных самолетов приходится только один гражданский. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Им сверху видно все. За теми, кто нарушает правила охоты, следят с вертолета. В рейд по угодьям вышли сотрудники Росгвардии и Департамента охоты и рыболовства. В 2017 году это первая проверка с воздуха. Из полутора десятков человек нарушителями оказались двое. Что ждет недобросовестных охотников, теперь знает и Алина Чемерис. Не волшебники и не в голубом вертолете, но появляются внезапно. Едва солнце выходит из-за горизонта, пилот заводит двигатель. На борту сотрудники Департамента охоты и рыболовства, Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, бойцы СОБРа. Сегодня вылетают в область проверять, соблюдают ли закон охотники. Первого из них замечают спустя несколько минут. У Евгения Зубова все документы в порядке. Из снаряжения только лыжи, бинокль и ружье. Говорит, охотится уже почти 20 лет. Правила не нарушает. Охотиться по правилам гораздо интереснее, чем просто вот наколачивать зверя. Она данная охота индивидуально, которой я сейчас увлечен, она и называется охота на солнцепеков. Я сейчас просто хожу с биноклем, ищу уснувшую в поле лесу, и вот к ней надо подойти на выстрел. Это очень спортивно и интересно. Вот в этом-то весь и смысл охоты. В январе завершился сезон охоты на кабана. Сейчас добывать можно только лису и зайца. Затем, чтобы все правила соблюдались, следят егери. Они регулярно патрулируют угодья. У меня есть камера, снять на камеру. Вот камера есть. В первую очередь снимаешь на камеру, если один, без камеры ничего не делаешь. Ага. Должна быть в виде съемка. Боятся немножко, все уже меньше как-то уже ждут вертолета, особенно в выходные. Это помогает здорово. Сегодня желающих поохотиться много, вертолет снова садится. Андрей Нурматов возвращается с добычей, подстрелил зайца. По правилам, каждое добытое животное нужно отмечать в документах. Охотникам дается норма на сезон, превышать ее нельзя. Андрей отметку не поставил, теперь ему выписывают протокол. Мужчина говорит, заяц в этом году первый. Еще два, по норме 3 штуки за сезон. А почему отметочку-то не поставили? А потому что ручки нет у меня с собой.
Под особым контролем силовиков и сотрудников департамента охоты люди на снегоходах. Говорят, этот вид транспорта обычно используют браконьеры. Охотников на снегоходах заметили с воздуха. Вертолет прицелился в Чернушинском районе. По закону этот вид транспорта можно использовать только для того, чтобы добраться до места охоты. За стрельбу по животным со снегохода нарушителям грозит уголовная ответственность. У этой компании ничего подозрительного проверяющие не нашли. Обнаружили только одно нарушение. Охотник перевозил ружье в заряженном виде. Разрешение на оружие, охотничий билет, который дает право гражданину находиться в охотничьем угодье в сезон охоты с оружием и, соответственно, путевку на охоту, выписанную на добычу определенного вида дичи. Оружие до момента охоты должно быть разряжено для исключения случаев травматизма, нанесения травм, увечий. За нарушение правил транспортировки оружия у владельца могут конфисковать. В прошлом году сотрудники Росгвардии выезжали с проверкой в места охоты почти 200 раз. Совместно с представителями департамента охоты и рыболовства выявили свыше 80 нарушений, изъяли 4 единицы оружия, троих человек лишили права на добычу дичи. Рейды с привлечением бойцов СОБРа и авиаотряда в Росгвардии планируют проводить и далее. И это касается не только незаконной охоты. Говорят, когда сверху видно все, за порядком следить проще. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, события. За минувшие выходные слой снега в регионе увеличился до 79 сантиметров. В Самаре ночью на расчистку дорог направили 200 единиц техники и больше 300 рабочих. Из города же вывезли более 7 тысяч тонн снега. Метель, накрывшая накануне область, принесла с собой не только небольшое повышение температуры воздуха, но в то же время отметилась целым рядом ДТП на дорогах. На участке Самара-Чапаевск-Волгоградской трассы столкнулись сразу несколько машин. ВАЗовскую десятку от удара разорвало пополам. По данным очевидцев, водитель смог сам выбраться из машины. На месте работали две бригады скорой помощи. Еще одна авария с несколькими авто произошла на Московском шоссе в Самаре между проспектом Масленникова и Революционной. По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 февраля, в городе сохранялась ветреная погода, местами шел снег. В воскресенье 5 февраля президент России Владимир Путин позвонил самарскому губернатору. Глава государства поздравил Николая Меркушкина с днем рождения, пожелал успехов в решении задач, которые стоят перед Самарской областью. В разговоре обсудили важнейший вопрос социально-экономического развития региона. Также губернатора поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он отметил профессионализм, энергию и активную гражданскую позицию главы Самарского региона. К поздравлению присоединились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента ПФО Михаил Бабич, министры, представители Совета Безопасности, а также партии «Единая Россия». Пожелание ко дню рождения губернатор получил от служителей церкви, руководителей крупных российских финансовых и промышленных компаний, заслуженных работников различных отраслей науки и производства Самарской области. Сделать Самару третьей столицей России пожелали Николаю Меркушкину и жители его малой родины Мордовии. Пост главы Самарского региона Николай Меркушкин занимает почти 5 лет. Это время совпало со сложной политической обстановкой и экономическим кризисом. Но, несмотря на это, губернатор не боится ставить перед собой амбициозные цели и добивается их. С 2012 года экономические показатели выросли, в то время как по стране они падали. Впервые за долгое время на подъеме промышленность. За 4 года в области открыто 59 новых современных производств. Самарская область достигла космических успехов. В прошлом году с космодрома «Восточный» успешно прошел запуск самарской ракеты. Да и сам космодром во многом – плод работы наших предприятий. Свою лепту внесли и студенты Самарского университета в составе стройотрядов. Дорогой Николай Иванович, поздравляю вас с днем рождения. И в этот день хотелось бы сказать, что вы, как человек, устремленный в будущее, в себе сочетаете и качества, которые присущи руководителю крупного масштаба. Вы занимаетесь крупными проектами. И человечность, которая близка каждому жителю Самарской области. Я, поскольку уже вот 5 лет практически мы знакомы, могу сказать только одно. Мне посчастливилось работать с вами. И я от имени всего многотысячного коллектива нашего университета, от студентов, преподавателей, научных сотрудников, желаю вам крепчайшего здоровья и осуществления тех намеченных крупных, грандиозных проектов, которые связаны с развитием Самарской области во всех сферах деятельности.
В 13 раз за последние 5 лет выросли объемы дорожного строительства. Второй год регион удерживает рекордные, даже по сравнению с советскими временами, темпы строительства жилья. И что очень важно, оно стало гораздо доступнее по цене. Третий год Самара удерживает первое место по количеству семей, которые получили новые квартиры по программе «Жилье для российской семьи». Впервые за последние десятилетия в Самарской области построены сразу 5 школ. Улучшается демографическая ситуация. В области растет продолжительность жизни. Заметно снизилась статистика по социальным болезням. За 4 года в 2 раза сократилась естественная убыль населения. Растет количество детей, рожденных вторыми и последующими. Хотелось бы выразить слова благодарности губернатору Самарской области Николаю Ивановичу Меркушкину. Именно благодаря нему у нас в дворе появилась новая площадка. А так как мой брат активно занимается спортом, то он проводит там большую часть своего времени. И поэтому огромное спасибо за это, за эти новые возможности, за то, что наша жизнь становится гораздо удобнее. И с днем рождения! Благодаря вам, Николай Иванович, дорога от школы до дома стала безопаснее и ровнее. Спасибо вам, с днем рождения! Самарский университет имени Королева вошел в число 110 лучших университетов. Своевременно произошло объединение Самарского государственного технического университета и Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Объединенный университет стал одним из 11 опорных вузов России. Самарский государственный медицинский университет возглавил мощный научно-образовательный кластер 6 медицинских вузов Поволжья. Город всегда славился трудовыми свершениями. И в прошлом году президент Владимир Путин поддержал инициативу Николая Меркушкина по присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы». Кипит культурная жизнь региона. Впервые сразу 3 театра – Самарский театр оперы и балета, театр драмы имени Горького и театр-студии «Грань» из Новокуйбышевска вошли в состав престижного конкурса «Золотая маска». Новым культурным брендом становится межрегиональный фестиваль набережных «Волга-фест». В 2016 году он получил статус международного. Уважаемый Николай Иванович, от имени творческих союзов поздравляю вас с днем рождения. В этот праздничный день хотелось бы сказать вам спасибо. Именно благодаря вашей поддержке в нашем регионе выходит уникальное издание газеты «Культура». Работает Ассоциация творческих союзов. Проводится много творческих конкурсов и фестивалей. От всей души желаем вам новых побед. Будьте здоровы вы и ваши близкие. С днем рождения! Добрым словом вспоминают Николая Ивановича и на его малой родине. Пост главы Мордовии он занимал 17 лет. Жители республики передают поздравления Николаю Меркушкину. Нам с ним было очень хорошо. Он превратил республику Мордовию прямо в цветущий край. Когда работал здесь, в республике, самые приятные впечатления о нем. Как о руководителе, как о человеке, могут сказать только самые добрые слова. И спасибо ему за то, что он сделал для республики Мордовия. Газифицировал все районы. Спасибо вам большое. Жители Мордовии, как и самарцы, с нетерпением ждут большой футбол в своих городах. Уникальный шанс выпал Самаре принять чемпионат международного уровня. Стройка века. В Самаре возводят один из красивейших стадионов в мире. Дорогой Николай Иванович, вы для нас большой пример для подражания. Мы вас очень любим. Желаем вам крепчайшего здоровья и счастья. И всей страной поздравляем вас с днем рождения. Неукрытые пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день, не похожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения раз в году. С днем рождения! Марина Матвеевна, Максим Гусев, события.
Помочь детям раскрыть свои таланты, решить насущные проблемы коллектива учеников Центра для одаренных детей – главная задача на этот год. Об этом говорили на встрече губернатор Николай Меркушкин и президент Самарского университета Виктор Сойфер. Центр для одаренных детей был создан полгода назад по инициативе главы региона, и сейчас ему предложили возглавить попечительский совет. Виктор Сойфер отметил, сейчас Центру нужно больше опытных педагогов, и, возможно, их отбор следует проводить на конкурсной основе. Губернатор поддержал инициативу включить Центр для одаренных детей в федеральную программу 5-100. Такая юридическая возможность есть. Одно из самых интересных направлений – сотрудничество с лагерем «Артек» в Крыму. Там предусмотрены, будем говорить, направления, связанные именно по работе с одаренными детьми, участием в олимпиадах. Очень интересное направление, чтобы они, эти школьники, могли вместе с нашими студентами в «Артек» ездить на регулярной совершенно основе. И родители тоже это оценят. Конечно. Позитивно очень. Это даст плюс университету сразу дополнительно. Это будет более тесная связь с вузом. Больше зерна лучшего качества Самарская область должна составить конкуренцию на мировых рынках. Об этом губернатор Николай Меркушкин говорил на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Поповым. Уже сейчас 70% зерна в Самарской области третьего класса. Для повышения качества и объемов необходимо четко соблюдать аграрные технологии, повышать технический потенциал сельхозмашин. Недавно в регионе открылся новый корпус по производству спецтехники. Регион должен обеспечивать себя сам, отметил Николай Меркушкин. И в этом году нужно выращивать больше овощей в закрытом грунте. Активно развивать животноводство. В Самарской области в последние годы все больше людей уезжают жить и работать в деревню, потому что там создают хорошие условия для специалистов. В селах продолжится строительство компактных жилых домов, фельдшерских пунктов. Все 27 районов будут задействованы в различных объектах. Я сейчас вам предложу вариант, Николай Иванович. Mm-hmm. То есть это у нас предполагается минимум 3 ФАПа, 4 спортивных площадки, 7 инициатив грантовой поддержки по районам. Алкоголь в законе. Городские власти борются с нелегальным оборотом спиртного. Сейчас активно подключают торговые точки к единой государственной автоматизированной информационной системе. Она позволяет по акцизу отследить прохождение алкогольной и спиртосодержащей продукции с момента ее производства до реализации в любой точке страны. В Самаре к этой системе подключено 98% предприятий. Для выявления и предотвращения фактов нелегального оборота алкогольной продукции на территории города глава Самары Олег Фурсов поручил до середины февраля создать в каждом районе специальные межведомственные группы. Пригласите депутатов туда, районных, членов общественных советов, ТОСов, ну, может быть, каких-то активных общественников, да. И планы работ должны у вас также быть по проверке точек на предмет торговли контрафактным продуктом. То есть, чем больше будет, значит, продано спиртосодержащей продукции легальной, тем больше денег с акциза вернется на территорию. Вот здесь, так сказать, прямая зависимость. Ровно 22 дня осталось до окончания приема заявок от волонтеров на чемпионат мира по футболу. Успеть зарегистрироваться еще можно, тем более, что появилась возможность пройти собеседование прямо на работе в обеденный перерыв. Первым такой шанс выпал научным сотрудникам Самарского нефтяного института. Центр подготовки волонтеров сам приехал к ним в гости. Его специалисты помогли пройти регистрацию и ответили на вопросы. Почему волонтерство – это удел не только молодежи, расскажет Валерия Макарова. Удивительно многолюдно для обеденного перерыва, улыбаются организаторы. Отложить еду на потом научные сотрудники нефтяного института согласились ради уникального шанса. Сегодня штаб подготовки городских волонтеров к чемпионату мира впервые сам приезжает на предприятие. Это обоюдное было решение, совместная инициатива молодежного совета одного из крупнейших наших учреждений нашего региона, ну и нашего городского волонтерского центра. Мы приняли решение, что мы хотим обратиться к такой новой целевой аудитории. Волонтерство считается уделом молодежи, что в корне неверно, отвечают на это в Центре подготовки добровольцев к чемпионату мира. Так, самому возрастному волонтеру недавно исполнилось 80 лет. Работа волонтерству не помеха, считает инженер Алексей Ситников. Потратить отпуск на чемпионат мира ему нисколько не жаль. Так это же футбол, что вы? Футбол, он всегда интересен, я сам играю, я сам болею, и поэтому хочется вложить частичку себя в общее дело.
Сегодня проходит не только презентация волонтерской программы. Здесь же можно зарегистрироваться и пройти второй этап отбора – собеседование. Бояться его не стоит, даже если нет опыта волонтерства и хорошего знания иностранных языков. Самый важный критерий, чтобы человек хотел это делать, смотрим на его заинтересованность в этом всем процессе. А во-вторых, смотрим, конечно, чем он уже до этого занимался. Есть опыт, может быть, организационной деятельности, или есть ярко выраженная доброжелательность, или, например, очень хотят рассказывать о Самаре. У городских волонтеров много направлений работы, их называют функциями. Каждый, кто регистрируется, выбирает из более чем 10 функций. Логистика, взаимодействие со СМИ, колл-центры, работа с болельщиками. Ольга Куликова для себя выделила координаторство. По специальности она инженер-строитель, и за плечами немалый опыт командной работы. Не так часто проходят какие-то грандиозные мероприятия в городе Самаре. Поэтому хотелось бы быть причастной к этому мероприятию. И папа у меня активный болельщик футбола, и я думаю, что мы вместе с ним будем его посещать. На чемпионате мира в Самаре будут работать 1300 городских волонтеров, а заявок уже набралось более 4000. В волонтерском штабе прогнозируют, что к концу февраля эта цифра перевалит за 5000. Обучение волонтеров стартует осенью. Организаторы обещают, что график будет удобный и для молодежи, и для людей работающих. Программа подготовки, она будет проработана с точки зрения удобства для ее посещения. Это будут либо вечернее время, либо выходные дни. И это не будет какой-то большой поток, скажем так, лекций. Да? Вот, это будет размеренное, постепенное обучение на протяжении нескольких месяцев. Такая выездная презентация далеко не последняя. Куда еще отправится Центр подготовки волонтеров, обсуждают с профсоюзами ведущих самарских предприятий. Желание в первую очередь должно исходить от самих работников. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. Самарские юные хоккеисты впервые поедут на всероссийский суперфинал турнира среди дворовых команд «Золотая шайба». Город будет представлять старейшие клубы «Меридиан» со 116-го километра и «Чайка» с управленческого. Сергей Кизоркин записал интервью с победителями областных соревнований. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские хоккейные команды триумфально финишировали во всероссийском турнире «Золотая шайба». «Чайка» и «Меридиан» выиграли финал областных соревнований. За плечами бессменного тренера «Меридиана» Владимира Боровикова почти полувековая история участия его клуба в этом турнире. Команды разных возрастов из Куйбышевского района не раз становились чемпионами города. А вот выиграть путевку на всероссийский суперфинал удалось впервые. Такой успех добивается только усилиями, тренировками. Мы, команда «Меридиан», это была вот команда, собрана 6 лет назад. Вот сейчас они подросли, стали хорошими мальчишками. Каждый день тренируемся. «Чайка» Красноглинского района – многократный чемпион Самары последних лет в турнире «Золотая шайба». Но победу в областных соревнованиях в этом году принес команде хоккеист еще из одного легендарного клуба – «Сатурн» Максим Чавкин. Он усилил «Чайку» после городского отборочного этапа. Нападающий в матче против прошлогоднего чемпиона губернии тольяттинского «Марата» оформил хет-трик, то есть забросил 3 шайбы. В итоге самарцы разгромили автозаводцев в сухую со счетом 6-0. Нужно не бояться брать игру на себя и в определенный момент действовать, когда действительно это надо. Это все команда, это все кирпичик с кирпичиком, фундамент, и так все получилось. Хоккей в Самаре и области с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. В этом сезоне в турнире «Золотая шайба» сыграло 79 команд в 3 возрастных категориях. На лед выходили мальчишки и девчонки от 8 до 14 лет. Это стало возможным благодаря строящимся каткам на улице, их более 150 в области, и ледовым дворцам, их 13, из них половина в Самаре. Материальная база, основа для подготовки хоккеистов становится в последние годы лучше, лучше значительно. Я думаю, что это благодаря, прежде всего, вниманию правительства, лично губернатора Самарской области Николаевича Ивановича Меркушкина. И мы с каждым годом видим уровень хоккея все выше и выше. Чемпионы области в «Золотой шайбе» получили путевки на всероссийский суперфинал. «Меридиан» и «Чайка» поборются за места на пьедестале почета в Сочи на Олимпийских аренах. Старт соревнований намечен на конец марта, начало апреля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На
На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.